А в действующем детском саду северо-западного района прошла учебная эвакуация детей и сотрудников. В детском саду условное возгорание. Услышав сигнал, дети оделись и стали спускаться по пожарной лестнице. Без паники и беспокойства. Такие учения в детском саду проводятся 4 раза в год. Кроме практических занятий, воспитанники проходят и теоретический курс. Хотя маленькие в детском саду реагируют очень серьезно. Они уже знают, как это все происходит, куда нужно идти, в каком направлении. Они с воспитателем вместе эвакуируются. Потом обсуждают, серьезно обсуждают, рассуждают, что они правильно сделали, что как нужно было сделать. Вот тут что-то надо исправить. Дают оценку своим действиям и действиям товарищей. И, конечно же, не боятся, не плачут. Каждый работник детского сада четко знает свои обязанности. Кто-то выводит детей, кто-то сообщает о пожаре, кто-то выносит материальные ценности. Такие тренировки, они очень полезны и для детей, и для взрослых. Они будут помнить, что надо делать в таких ситуациях, потому что при пожаре, к сожалению, гибнут и взрослые, и дети. После учений дети изучили устройство пожарной машины.